Сделать своими руками необычную вещицу для дома и добавить уюта интерьеру помогли жителям городского округа в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Занятие провел Александр Балашов, электрик химкинского троллейбусного депо, а по совместительству специалист по декорированию домашнего пространства. Буду делать вот такой вот домик, парник для рассады. Как раз тема актуальная. Открытие дачного сезона скоро будет. Весна. Я думаю, он будет вам очень полезен в хозяйстве. С помощью такого мини-парника можно будет красиво укрыть комнатные растения, хлеб или фрукты. Сделать его можно с минимальным набором материалов и инструментов. 6 деревянных фоторамок, несколько крючков и отвертка. Вот все необходимое для создания декоративного предмета. Обращаю ваше внимание, что верхние отверстия, вы вкручиваете не до конца и вот в такое положение, чтобы она была как петля будущая. Потом уже в процессе сборки мы произведем регулировку. Проект «Химки. Интересно жить» радует население округа уже больше года. Почти все горожане стали активными участниками этих встреч. Эльвира Введенская посещает мастер-классы почти каждый день и очень довольна. Принимаю большое участие, активное участие в мастер-класс. Иногда приходится за день два раза бегать, то в одно, на один мастер-класс, потом на другой мастер-класс. Очень благодарна, спасибо все, что это устроили, администрация. Особенно вот сегодня довольна мастер-классом. Теперь я это применю, свой парничок. Творческие, спортивные и интеллектуальные встречи в Химках проходят каждый день. За год мастер-классы посетили около 80 тысяч человек. Однако еще не все жители знают о проекте, в связи с чем администрация ищет волонтеров. Я вам сейчас расскажу, что такое быть волонтером. С вами свяжется территориальное управление, вы нам сейчас оставите свои контакты, да? Территориальное управление свяжется с вами, и на постоянной основе это порядка каждую неделю в районе 10 газет. Вам предложат к распространению среди жителей вашего подъезда, жителей вашего дома. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости» в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.